Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 998 года, воплощенного на Земле. Один, два, три. Пойму, что у него тут нагорожено. Вокруг него или в нем? Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Все вокруг пристает согласно своему эфирному коду. Один, два, три. Я робот вижу. Есть голограмма. Тонкого тела я не вижу. И сила моего намерения, я притягиваю тонкое тело к биороботу. Один, два, три. Да, будет так. А так и есть. Он в какой-то агонии. Растянут ноги, руки. Кто растягивает, не вижу. Он рядом, да? Но он меня не видит, но я его вижу. Он растянут в разные стороны. Понятно. И как распят, только... И вот так вот даже. Отлично. Ну да, руки и ноги, только вот они расширены все, и его тянут за руки и за ноги еще. Как ты в кругу в каком-то. Ты сможешь его так поднять, или тебе надо, да, какая-то? Хорошо. Смогу. И бери, во-первых, все, что вот это установлено, если что-то установлено, в специальную защитную сетку. Один, два, три. Защищая физический биоробот, подожди, стоп, и я даю команду, если что-то в биороботе еще остались, какие-то копии, какие-то голограммы, силы моего намерения, они выходят сейчас из биоробота и становятся рядом. Один, два, три. Да, будет так. Она вышла уже, голограмма была сразу. Одну, биоробот отдельно. Хорошо, забираем, закрываем, значит, тогда защитным потоком из энергии Абсолюта тут физический биоробот Алексея. Бери его в защитный костюм, бери в сетку все, что рядом, вот эта голограмма. И, значит, три, поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, пойдем. Да, мы здесь. Отлично. И, значит, три, голограмма отправляется в клетку-тюрьму. Один, два, три. Готово. Хорошо. Алексей, как у нас выглядит сейчас? Объясни мне. Ну вот представь круг, и он в этом кругу как растянут в четыре стороны. Руки и ноги, от них идут веревки какие-то дальше. Отлично. И сила моего намерения. Я разрезаю эту сферу. Один, два, три. И отправляю ее в клетку-тюрьму. Один, два, три. Ну вот он сейчас зажался весь... На корточках, как сидит, за колени себя держит, ему страшно. Алексей, не беспокойтесь, это Влад, все нормально. Так, сейчас будем тебя сканировать. Алексей, встаньте, пожалуйста, в полный рост. Говорит, я не хочу туда. Никуда ты не пойдешь, все будет нормально. Хорошо. Он встал или нет? Алексей, мне надо твоя помощь. Не на твое намерение, твоя сила внутренняя. Да, он встал. Хорошо, встань, будь мужчиной, все нормально, все сейчас решим. И я даю команду сканеру, сканер начинает сканировать все пространство, 360 градусов вокруг Алексея, пространство над головой, пространство под ногами, находит малейшие интерференции, малейшие подключки, чипы, датчики, конвекторы, от них моментально выстраивается выстраивается канал, ведущий в клетку-тюрьму, и ответственный по этим каналам силам его намерения притягивается в клетку-тюрьму, становится ее заложником. Один, два, три. Сканер начинает работать. Ну, знал тебя. Он говорит, Влад, пожалуйста, помоги мне, не отдавай меня им. Так, Алексей. У него сердце что-то, то есть красное, зеленое тела у него. Пробиты, да? Да. Так, сердце что-то. Кто у нас в клетке? Посмотри, сколько каналов. Два канала. И кто они у нас... как из одного расходятся. Отлично. И кто у нас в клетке сидит? У нас в одной черт, а в другой. Демон какой-то. У него в руках как палка такая. И сила моего намерения, эта палка улетает в соседнюю клетку. Один, два, три. Да, будет так. И он вот это сердце его скручивает на эту палку. Отлично. Хорошо. Считает цифры над головой демона. Один, два, три. 53. Отличный брелок. Черт
Еще есть, да? Считается над головой черта. 5. Отлично. Хорошо. И сила моего намерения. Сейчас мощнейший удар. 50 тысяч герц черту. 1, 2, 3. Бежит, он бегает по клетке. Отлично. Хорошо. Подходим к демону. Ты меня видишь? Видит. Представься. Он помощник этого, которого мы отправили. Бельзевула? Да. Ты за ним соскучился? Ты за ним соскучился, демон, я тебя спрашиваю. Делает свою работу. Я тебя сегодня к нему отправлю. Ты с ним увидишься сегодня. Придут подхожу, другие. Отбиваю ему два рога одним ударом. 1, 2, 3. Пошли удары. Мразь. А вот ты лазер используешь, и ты ему обрезал. Отлично. Так, демон, ты понял, куда ты попал или нет? На свои похороны. Он говорит, не... Что он говорит? Повтори. Но он говорит, давай договариваться. Я не буду с тобой договариваться. Ты, мразь, пришла в тело, которое я запрещал заходить. И ты что думаешь, ты круче Вельзевула? Нет, ты не круче его. И я каждого буду уничтожать, кто будет приходить в это тело. Какой договор? Чего ты пришел сюда? Кто тебя послал и как долго ты сидишь? Имя свое назови. Барлеон. Барлеон. Демон Барлеон, 53 герца. Давай рассказывай, когда ты зашел в это тело? Как только возобновили контракт. Кто возобновил контракт? Какой контракт? Все контракты были расторгнуты. Кто возобновил контракт? В Нижнем мире нашли скрытые копии, которые вы не можете видеть. И сила моего намерения. Я притягиваю эти скрытые копии сюда в клетку, тюрьму, 1, 2, в нашу комнату диагностики, 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. Все скрытые копии контракта с Алексеем или с его родом, сила моего намерения притягивается в эту клетку. В эту комнату. И становится прямо перед нами. 1, 2, 3. Они притянулись, но по его виду я вижу, что есть еще. Так, демон, что-то ты не договариваешь. Ты, наверное, не понимаешь, какую опасность ты себя подверг. Мне все равно, кто тебя послал. Работник ты, посланник ты, или кто бы ты ни был, ты не должен был заходить в это тело. Если ты сейчас не начнешь со мной коммуницировать, я начинаю переходить к твоему уничтожению. Я так понимаю, тот, кто заключил этот контракт, он у них. И они его мучают, чтобы он подписывал новые и новые контракты, что ли. Выдавал копии, то есть, своего вот этого контракта. С таким мы еще не сталкивались. Это уже нарушает все законы, которые и придуманы в мироздании, которые есть в мироздании. Вы манипулируете, демон. Хорошо, я сейчас буду вам доказывать, что этого делать не стоит, так как вы не поняли, что я сказал. Он говорит, ты тоже играешь не по правилам. Верни нашего. Хорошо, вот как ты заговорил, да? Хорошо. А теперь смотри, сейчас тебе будет веселый, интересный театр. Я играю не по правилам. Я 7 раз, на 7-й раз только Визивула отправил туда, куда, где он сейчас находится. Я 6 раз его предупреждал, 5 раз приходил Архангел Михаил, предлагал ему сделку, предлагал ему уйти в другое место. Вот эта сделка была. Он все и согласился, и все равно приходил. На 7-й раз, когда он пришел, он получил то, что он должен был получить. Потому что вы думаете, что все вокруг не имеет никакого закона. Закон есть. И он действует. Поэтому Вельзевул находится там, где он находится. И ты сейчас находишься миллиметр от того, чтобы я тебя туда отправил. Он говорит, что это уже не вопрос его души, а души Алексея. Это вопрос мести. Хорошо, вопрос вместе. Отлично, будем воевать. Согласны, демоны? Хотите воевать? Отлично. В моих руках появляется шар энергии царя Соломона. 1, 2, 3. Смотри, то, зачем ты пришел. Ты этого хотел? Говорит, уничтожишь меня, придут другие. Я всех уничтожать буду, всех, кто будет приходить, пока вы будете воевать с нами. Всех.
Вы не понимаете договоров, вы не акцептируете договоры. Я сказал не приходить. Человек выразил свое намерение, подписал свой манифест полностью своей волей, свободной волей. Вы пытаетесь сейчас извратить, вы лжецы, вы пытаетесь извратить контракты, пытаясь подписывать. Вот этот дед, который там сидит у вас в аду, он уже не имеет никакого значения. Он у вас был и там и останется. Это ему еще хуже будет за это. Какая-то информация идет, что он должен отрубить этот канал каким-то путем. Демон? Алексей. И, значит, три, этот канал проявляется ярко-красным цветом. 1, 2, 3. Начинает гореть, ты его видишь четко и ясно. Этот канал, который соединяет его с дедом и со всем родом, со всеми этими контрактами. Но это именно то, что они сделали. Вот. Видно канал? Я говорю, как он распятый был, и от него выстраивается этот канал. Тут как от этого распятия. Отлично, хорошо. И сейчас силой моего намерения, это подожди, я подхожу к Алексею, кладу ему руки на плечи. Моей собственной энергии через Алексея пропускаю. 1 000 000 герц, 1, 2, 3, удар, сжигает все каналы, все контракты. Все, что бы ни было, все сожжено. Да будет так, а так и есть. Ну вот он сжег канал, но вот этот, ну как круг, да, вот это само распятие, которое в клетке, оно перестало гореть просто, оно осталось там, оно перестало вот как быть, функционировать, что ли. Так. Но канала нет к нему сейчас. Хорошо. Ну давай этот крест, если демон так любит кресты, установим в него 1, 2, 3. Это не крест, это, я говорю, распятый, но он в кругу распятый, и у него ноги раздвинуты, и руки раздвинуты. То есть он вот таким путем из него вытягивает, вот, за руки, за ноги тянут сейчас, в разные стороны. Сейчас этот канал, это было или еще сейчас есть? Это, смотри, сам круг остался, но он не активирован. Раньше он горел такими энергиями, вот боли. Я могу какой-то. Этот круг вытащить из его биополя? Он в клетке. Отлично, хорошо, будем сжигать его. И сил моего намерения открывается портал в галактическое ядро. Этот круг улетает в галактическое ядро на переработку в чистейшую первичную энергию. 1, 2, 3, да будет так. А так и есть. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Отлично. Что у нас черт там делает? На полу сидит. Отлично. И черт получает 50 тысяч герц удар. 1, 2, 3, пошел удар. Бежит он. У нас еще голограмма в клетке есть. И открываем портал в галактическое ядро. Голограмма улетает в галактическое ядро на переработку в чистейшую первичную божественную энергию. 1, 2, 3. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Есть. И давай сейчас по сканеру мы все вытащили из него. Но в нем много чужих энергий. Интерферентов нет, энергии чужих много. Энергии чужих много. Хорошо, давай сделаем так. Я даю команду, Алексей мне помогает. Своей собственной энергией включает белый свет и начинает вытеснять все чужеродные, негативные, патогенные энергии, которые не относятся к частоте его биополя. Они выходят из его биополя, накручиваются в большой черный шар, твердый шар, начинает крутиться перед ним и наматывает, вытягивает все нити любой чужеродной энергии. На счет 3, 1, 2, 3, пошел процесс. Алексей включает свет, все негативное выходит до последнего микрона. Все частички, все наматывается, все, что не к его энергетике принадлежит, наматывается на этот круг и становится твердым. А наматывается, но он не черный. Темный, я сказал черный. Темные цвета есть, но он идут... А потом какими-то такими отрезками фиолетовый, потом зеленый, изумрудный какой-то цвет. То есть там много разных энергий чужеродных. Еще вот мне показывает, энергии идут пока эти чужеродные. И у Алексея вот у него тонкая копия, и он зажатый, вот как в самом начале сидит. То есть у него страха очень много. Это мы сделаем реверсом, мы это все заберем. Все отдадим, вернее. Ну, как ты думаешь, 53 герца? Готово. Отлично, хорошо. Большой клубок? Большой. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро на счет 3, 1, 2, 3. И этот клубок улетает на дно галактического ядра, сжигается в чистую первичную энергию. 1, 2, 3. Закрываю, печатаю, растворяю.
Готов. Сколько у Алексея энергии сейчас? 1, 2, 3. 47. И на счет 3 в макушку головы Алексея начинает поступать. Наполняет, усиливает. Вытесняет все патогенной энергетикой. Сколько герц дадим, Вера? Нам 25 минимум надо, чтобы черти хотя бы не заходили. Давай 30 ему дадим. Как ты думаешь, вытянет? Надо 25. 27 максимум. И, значит, и поднимаем частоту вибрации до числового значения 25 герц. Пошел подъем. И дополнительно запрашиваю. Делаю запрос у Архангела Михаила и прошу его дать защитный поток энергии Алексею. Говорит, вернее его душу. Вот так вот. Хорошо. Так, благодарю. Вот помнишь вот эту палку, которую... Да, да, она с клетки. Это что-то с ней связано, она в клетке, да. Хорошо. Барлеон, по-моему, ты сегодня себе на смертный приговор уже тут наработал. Сколько тебе лет в земных годах, Барлеон? 1000. Вот тебе не жалко, что это закончится 10 августа 2021 года? Это не может закончиться. Это не может закончиться, но ты будешь... не сможешь участвовать уже в этом процессе, оставшись на 1000 лет висеть на брелке ключа царя Соломона. Какое бесцельное существование и конец карьеры. Вы реально не поняли, куда вы попали, ребята. Будете посылать других? Хорошо. Поговорим тогда по-другому. Тут приходил ваш посланник, чуть повыше тебя, 57 уровня. Я с ним разговаривал, я передал ему условия, он поблагодарил и ушел. Я думаю, эта информация до тебя не дошла, но это твоя уже проблема, понятно, хорошо. Так, и... Нет, он не по своей воле, то есть это месть, это план. Хорошо, и кто этот план придумал? Кто ответственен за этот план, если это не ты, если ты исполняющий? Ты кто выше меня? А кто выше тебя? Это слова, имена назови. Он не хочет сюда прийти? Кто тебя послал? Ты соединен с ним каналом? Он говорит, что я ответственна. Ты ответственна. А кто тебе? Ты соединен с каналом с ответственным, правильно? Наверное, правильно? И нет, давай попробуем. Я ответственный. Ты ответственный. Кто тебе дал это задание? Совет. Имена ты не хочешь называть, да? Я понимаю. Говорит, что в таких случаях я беру все на себя, чтобы не было привязок. Ну, это понятно, да. То есть ты сейчас в роли камикадзе, да? И какую реакцию ты от меня ожидаешь, Барлеон? Чтобы прийти к общему знаменателю, чтобы понять, где ты находишься, где я нахожусь, где находится Алексей и где находится его душа. Я тебе скажу честно, если ты мне сейчас не расскажешь, где это все находится, ты не вернешься назад. И пусть приходит хоть 98 уровень. Он уже здесь был в такой лазерной клетке, мы с ним разговаривали. Пусть он приходит, и это будет точно такой же ответ. Вы не соблюдаете правила игры и не имеете, соответственно, никакого права получать какую-то другую реакцию от меня. Ладно, Барлеон, я вижу, с тобой разговаривать это пустое занятие времени. Он говорит, верни Визивула, я верну его душу. Ой, да ты что? А если я этого не сделаю, ты думаешь, я не верну его душу? Давай попробуем. Смотри, он сам должен ее вернуть. Давай сделаем так. У тебя какой вариант есть? Я тебя принуждает к возврату души? Или ты добровольно ее вернешь? Я имею в виду, Алексей должен сам ее вернуть. Хорошо. Только у него есть сила ее вернуть. Я понимаю. Хорошо. Алексей, ты меня слышишь? Слышит он, да. Хорошо, Алексей, ты слышал, что здесь происходит. Ты должен сейчас силой своим намерением так его сформировать, чтобы ты приказал всей Вселенной, все частички твоей души, где бы она ни находилась, вернуться в твое тонкое тело. Ты можешь это сделать? Попробует. И еще он каким-то образом связан с этой палкой энергетически, что ли. Какое-то невидимое что-то между ними. И все частички Алексея, которые находятся в этой палке и соединены с ним, сейчас... Сила моего намерения выходит из этой палки, вся магия зависает прямо перед ним. 1, 2, 3.
Да, будет так. Знаешь, скорее всего, наоборот, от этой палки что-то внутри него осталось. Какая-то хорошо. Точка. Понял, я не понял. Хорошо, тогда сделаем так. И я даю команду, и на этой частоте палки, если что-то находится в биополе Алексея, начинает сейчас загораться ярко-красный маячок. Вместе интерференции. 1, 2, 3. Палка сама находит энергетически, где находятся ее частички, и показывает нам в ее биополе. Ярко-красные маячки загораются. Ты видишь их четко и ясно. Ну, я видела черную точку, сейчас на красной стала. Она как точка, вот куда палка заходит. Как для нее... Но прорез, грубо говоря. Это его частичка? Сердце, он просто как прорез. Нет, это от палки. И энергетика этой. Локализируй это место. И Алексей сейчас силой своего намерения, всей силу концентрирует и выталкивает эту чужеродную частичку из своего биополя. На счет 3. 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. Как пробка вылетела. Так, она нам нужна, Вера, или можно ее уничтожить? Вместе с палкой, наверное. И открывается портал в галактическое ядро, и палка, и эта пробка улетает в галактическое ядро на переработку в чистейшую энергию. 1, 2, 3, да будет так. А так и есть. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Отлично. Что у нас с душой? Где его душа? Барлеон, я тебе последний шанс даю. Алексей ее может призвать. И Алексей сейчас концентрирует всю свою энергию, всю свою волю, призывает к помощи Абсолюта, призывает к помощи Архангела Михаила, чтобы он дал ему силу на возврат его души. На счет 3, 1, 2, 3. И притягивает силой всего своего намерения свою душу, где бы она ни находилась, из любого мира в свое биополе. 1, 2, 3, да будет так. Алексей, он как начинает молиться, Архангел Михаил наверху у нас, к нему такой, как свет возвращается, чистый такой, и освещает, его тело как-то оно освещается. И оно, знаешь, по всему телу проходит, через все тело внутри. Как гармонизируется, что ли, с ним. И вот Алексей начинает руки двигать, ноги смотреть на себя, как в себя вернулся. Где его душа? Вот сейчас внутри вот этот свет. Это и есть его душа? Да, то есть он вернулся в себя, она в голову, такой круг сделала по всему телу. Все сейчас как обнимает себя, он у него сам к себе вернулся как будто. Давай поставим маячок зеленый-красный. Если 100% души вернулось, ни малейшей частички нигде не осталось, загорается зеленый маячок. Если хоть одна малейшая частичка души еще не на месте, загорается красный маячок. 1, 2, 3. Какого цвета маячок? Красный. И я даю Алексею команду. Сейчас он настраивается на чистоту своей души и всей силой своего намерения, взывая к Отцу, прося помощи Архангела Михаила, притягивает все отсутствующие частички своей души назад в тело, силой своего намерения. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Знаешь, он вот встал, как сказать, ноги расширены, и вот кулаки сжал. И вот это вот свет, который у него зашел, часть души, она как активировалась и как магнит стала притягивать к себе. Отлично. Со всех сторон другой свет. Такой много же. Идет? Много. Значит, все-таки... Со всех сторон идет, не с одной, как вот спустилась. Усиливает, Алексей усиливает все свое намерение до последнего микрона, до последней частички своей души возвращается в его биополе. Готово. Выставляем маячок зеленый-красный. Если 100% частичек, вся душа находится на месте, зеленый цвет. Если нет, красный. 1, 2, 3. Какого цвета маячок? Зеленый. Отлично.
Барлеон. Говорит, я знал, что ты справишься. Это что это за отговорка такая? Это что это значит теперь? Но он как бы признает твою силу, что ли? То есть соперник сильный вот в этом плане. Ну ты понимаешь, ты сейчас не просто проиграл, а просто твое направление вообще неправильное. Все твои усилия изначально были направлены не на ту душу. Ты видишь, кто за нее борется, сколько... Он говорит, за... я же сказал, это месть, а не борьба за душу. Хорошо, ну теперь расскажи мне дальше, как будет развиваться теперь, какой следующий сценарий? Будет зависеть от Алексея, если он один. Ой, маленький. Барлеон, я тебя прошу, ты же сейчас опять врешь. Ты только что если сказал. Если даст он один маленький шанс, мы воспользуемся и сделаем опять канал от него. Какой маленький шанс? Подпишет контракт, как дед подписал, он этого не сделает. Как он будет подписывать с вами контракт? А знаешь, и с ними даже, по мыслями с дедом, что ли, будет. Так он показывает как-то. А как он может быть мыслями... То есть, если он соединится каким-то образом с ним. Как он может с дедом соединиться, которого он никогда в жизни не видел? Дед будет подходы делать, прадед это не делает, что ли. Подходы будет какие-то делать к нему во сне. Ага, вот это интересный момент. И еще идет информация, что Алексей, если что-то чувствует, он может сам отрубать каналы, не допускать вот до такого состояния, пока души не будет. Алексей, вы сейчас слышали, что вам передали? Вы слышите эту ситуацию, все опять-таки в ваших как руках. Как свободная душа. Он свободная и есть душа. Он может сам отрубать канал. Тем более призвав Архангела Михаила, который ему всегда может в этом помочь. Это его ученик. Он, кстати, ему защиту выставил вокруг его тонкого тела. Чуть громче говори, Вера, пожалуйста. Архангел Михаил ему выставил защиту вокруг тонкого тела. Архангел Михаил выставил защиту. Слышал, да, это? Все, да, я это услышал, да. Хорошо. Так, поехали дальше. Так, мы Алексею все вернули, мы его заправили энергиями, да? Да, и у него защита стоит. Защита у него стоит, хорошо. У него надо убрать вот этот страх. Хорошо. Так, это у нас эмоциональное, да? Да. Сейчас сделаем. Верочка, как чуть. Маленький мальчик, вот в нем так, говорит. Такой да, страх. Да, да, да. Отлично. Хорошо, сейчас решим. И на счет три выходит эмоциональный фантом Алексея. 1, 2, 3. И проецирует тебе все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию злости, раздражения, ненависти. Все это низковибрационное, им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Есть. Ну, не знаю, что это я так плохо слышу. И спрашиваем тонкую Алексею, готов ли он к сбросу этой энергии? Да, он хочет избавиться. И открываем воронку против часовой стрелки и производим сброс всей низковибрационной энергии, эмоций и мыслей на счет 1, 2, 3. Пошел сброс. Готово. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Так, еще одну вещь сделаем. Это очень важно. И... Из живота тонкой копии Алексея 2 пальца ниже пупка начинает разливаться. Резервная энергия жива. Белым цветом по всем фантомам энергии, сжигая энергии болезни, земных и космических, активирует гармонию и свойства чакр. Если где-то осталась негативная энергия, энергия проявит и в виде темных 5, 2, 3. Пошел свет. Посмотри, есть? Нет, у него нет темных 5. Отлично. Душа, когда зашла, она вот своей энергией она сожгла. Вытеснила. Отлично, да. Хорошо. И еще одну вещь сделаем. Запускаем процесс активации и идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Готово. Отлично, хорошо. Все, мы закончили. Так, у нас остался там еще черт и демон, да? Барлеон. Да. Хорошо. Я спрашиваю Барлеона. Барлеон, у него есть какое-то предложение? Нет у него предложения, и он говорит, что сейчас связи нету никакой с ним, с Алексеем. Это значит, мы что, хорошо поработали? Ты это хотел сказать или как? Или то, что ты больше не придешь в это тело, или как? Как это понимать, эти слова? Это угроза? Или что это?
Он не может сказать, обещать, что он больше не придет. Он уже сказал, что это будет зависеть от Алексея. Если малейшая связь будет какая-то мысленная или во сне, то они будут продолжать. Связь, безусловно, будет, и дедушка будет. И я тебе скажу следующее. Если твой дедушка будет такой агрессивный, я найду средства и на дедушку воздействую. Ты представляешь себе, Барлеон? Он понял. Я могу сжечь его там, где он сейчас находится. На ваших глазах, прямо сейчас, отсюда, с этой комнаты. Я тебе предлагаю следующий вариант, Барлеон. Ты меня готов выслушать? Да, готов. Я тебе предлагаю следующий вариант. Я тебя отпускаю на твою чистоту сегодня, без рук, но живым. И ты передашь совету следующие мои слова. Если они мне объявили войну, я ее принимаю. Если они еще раз будут пытаться воздействовать на Алексея, после того, после третьей встречи уже, это восьмая встреча, вот, и пытаться еще что-то воздействовать, и не оставят этого человека, я буду без предупреждения каждого уничтожать энергии царя Соломона. И это самое последнее предложение. Все, что свыше 50 Гц, будет уничтожено и отправлено на чистоту царя Соломона. Если вы этого не хотите, найдите себе президента какой-нибудь страны и туда экспериментируйте. Если вы хотите со мной иметь дело, я готов. Они не экспериментируют, им нужно вернуть Узевул. Вы не вернете которого его так. Которого ты послал. Вы не вернете его так. Ну, идет информация, что они будут договариваться не с тобой, а с Соломоном искать. С царем Соломоном? Давай спросим. Хорошо, ты никогда не слышал царя Соломона, его мнение? Поэтому нет, они будут искать пути к нему другие. К другим? Хорошо. Я эту информацию сейчас передаю царю Соломону. Царь Соломон, примите, пожалуйста, эту информацию. Надеюсь, она вас там повеселит. И посылаю вам вслед искреннюю энергию благодарности и любви. Все эти наши общего Творца, царь Соломон. Благодарю вас. Твой месседж дошел, Барлеон. Его услышали. Вы знаете, есть такой момент, когда надо признать поражение. Он говорит, что есть более высокие уровни. Но он имеет в виду, то есть высокие уровни внизу, которые будут взаимодействовать с Соломоном и договариваться. Хорошо, слушай, Барлеон. Ты действительно сейчас не по адресу. Вам действительно надо, если разговаривать и договариваться, то только с тем, кого ты сейчас назвал, с царем Соломоном. Он это и говорит, что с тобой больше не буду договариваться. Хорошо, я прошу тебя в этом случае больше никого к Алексею не подсылать, потому что это две разные вещи. Царь Соломон и Алексей – это две разные души. Ты не будешь мстить Алексею и одновременно что-то торговаться с царем Соломоном. У вас не получится. Он все говорит, знает. Он говорит, что я все передам. Хорошо, ты это понял. Ладно. Хорошо. Так, черт, подхожу к нему. Еще готов дать тебе 100 тысяч еще под задницу, а? Не надо. Ты знаешь, за что ты получил? Я был обнаружен, он говорит. Не только за это. А за то, что ты исполнял все эти боли, которые получал Алексей. Ты был один из главных, исполнительный. Я знаю, демон стоял и говорил тебе, куда дергать и где дергать. Я это вижу. И ты это исполнял. Ты получил сейчас как исполнитель. Барлеон получил. Барлеон, у тебя есть какие-то ко мне претензии? Я тебя готов сейчас отпускать на твою чистоту. Есть претензии за рога. Барлеон, давай сделаем так. Ты сейчас поставишь рога на одну сторону, а на другую сторону поставишь выбор, отправиться ли висеть рядом с Вельзевулом и никогда эту новость не передать. Он как понял. Ты в этом... Нет, я не слышу ответа. У тебя... Я еще раз насчет претензий. У тебя есть выбор сейчас. Ты можешь... Я могу тебе приклеить твои рога. Хочешь? Я отправлю тебя наверх туда, куда я тебе сказал. Говори. Он понял, что сделано, то сделано. Хорошо, все, я тебя прошу. Ты с серьезным противником столкнулся. Если ты начнешь беспредельничать, и вы все начнете беспредельничать, мстить начнете, то я буду беспощаден, поверь мне.
Я призову все силы, которые только есть. Я призову всех воинов света. Ты не знаешь, сколько нас. Если вы не оставите... Он говорит, что я все передам. Хорошо, вот я тебе извини за эту эмоциональную речь, но я тебе хотел это вашему совету и передать. Я знаю, что ты передаешь это все в этот момент. Все, готов уходить? Еще у нас есть каналы к ним. Этот канал, какие? Он не отрублен. К ним, это Алексей. Хорошо, Алексей, концентрирует всю свою энергию, меняет полярность и силой своего намерения дает удар в 300 тысяч герц, сжигая все каналы к ним. 1, 2, 3. Каналы превращаются в пепел. Да, он смог. Молодец. Все. Готов уходить, Барлеон? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона, и демон уходит на свою чистоту. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Есть. Где этот вредитель мелкий? Рядом. Тебя уменьшить 2 раза? Нет. Будешь ходить, гордиться в своем мире, рассказывать, с кем ты тут встречался, на каких разборках был. Не хочешь? Сжались, он говорит. Открывается внизу портал на чистоте. Черта 1, 2, 3. Черт уходит на свою чистоту, забирая все, что с собой принес. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Нормально разогрелись. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Алексея в систему биоробот. Заводим, подключаем его к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Я не понимаю, что происходит, но вокруг него, вокруг вот биоробота вместо с тонкой компи, у него как сейчас золотая такая энергия. Ему защиту дали. Смотри, защита Архангела Михаила у него идет вокруг. И вокруг вот именно биоробота у него разливается золотая энергия. Идет информация, что Соломон дал ему свою защиту. Благодарим царя Соломона. Посылаем ему искреннюю энергию. Каплю энергии он дал, она разлилась везде. Отлично, Алексей, все. Теперь туда не сунется уже ни одна демоняка. Она сгорит там. Благодарим царя Соломона от имени Алексея, от нас лично. Посылаем искреннюю энергию благодарности и любви. Спасибо вам, царь. И благодарим Архангела Михаила. Посылаем ему искреннюю энергию благодарности и любви. Благодарим вас, Архангел Михаил. Да, я на месте.